Борисов. Ширл. Денисов. Да, может быть, вот такая игра сейчас нужна. А лучше своему, но точно. Аршавин. Обыгрывает одного. Идет еще дальше. Слева Спивак. Можно бить. Удар. И мяч влетает в ворота. Андрей Аршавин. 1-0. 1-0. Зенит впереди. Вот он, Андрей. А ну какой же это футболист. Я не восторгаюсь в каждом матче. В каждом матче восторгаюсь. Делает все, что надо. Ну, кроме тех моментов, когда нарушает правила. Это плохо. Но сейчас великолепно. Обыграл одного. И, кстати говоря, вот Денисов все начал. Помните, как он все вот, какая-то такая, как закваска. И решил пробить. Мяч даже кого-то коснулся, а голкипер был бессилен. Да, маленький рикошет, но везет таким, как Аршавин. В голову мяч попадает. И счет 1-0. И вы понимаете, что... это уже почти победа. Гол на чужом поле, даже в случае ничьи, это уже будет в пользу «Зенита». Андрей Аршавин, нет, все-таки золотой мальчик, золотой.